Всем привет! Вы на канале Анастасия Винтаж, и мы с вами приехали на блошиный рынок, который находится в Измайлово, ближайшее метро Партизанская. Сегодня очень жарко, надеюсь, будет много продавцов, много интересного товара. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и не забывайте ставить лайки и комментарии. Всем спасибо! Здесь развал для мужчин. Первая русская революция. Пробки. Бутылки. Крышечки. Ну, много крышек. Интересно по ценам. Это уже как-то... Все время мне не везет. Как не подойду, нигде нет продавца. А это ваше? А почем крышки? По 100 рублей. По 100 рублей, спасибо. Ой, тут петух есть. По 100 рублей. Очень дешево. По-моему, на Мосвинтаже гораздо дороже они стоят. Если найду какой-нибудь красивый флакон без крышки, то надо будет сюда прийти с ним. Товарищ, если вы чьё-то? Брокер. Москва. Брокер. Mm. А такая сколько стоит? 1200. 1200. А вот винтажные духи сколько стоят? Нет. Ну вот, от. Примерно. Не от знаю. 200 и выше. От 200 и выше. Чехле. Угу. Ножи. 52 был. Ножи, да. Что это за монета? Очень красивая. Государственная российская монета. Рубль. Ай, они такие горячие, на солнце нагрелись, обжигают меня. Давайте так посмотрим. Подсвечник. А у него еще ручка. Еще ручка. Ручка. Тотем. Похож на моего дедушку, у него тоже такие усы и длинные волосы. А, почтальон. Печкин. Печкин. Печкин, это ты? Да, это подсвечник. Да. Веселенький. Пойдем дальше. Тут много. О, кстати, там. А как туда пройти? Я не знаю. Пойдем обойдем. Здесь советская посуда. В основном такие вот селедочницы. Дулёва. Это, наверное, тоже Дулёва. Креманочка или сахарница, или подварение. Многие меня ругают, что я называю какие-то предметы не тем названием, но в силу своего возраста, так как я 97-го года рождения, я многих предметов, конечно же, не знаю. Многого у нас не было. Как-то я ничего интересного не вижу. Вот и я. Вот здесь вот обувь, одежда, детские игрушки. Не будем, да, заострять внимание. Давай там выйдем уже. Так, мельком пробегусь, вдруг вам что-то надо. Смотрите, барометр. Вот тут листики уберем. Сифтер. А это серебрение? Серебрение, сифтер. Так, а что такая маленькая мельница? Да, вот она, Голландия. Веселая. И ситечка такая, ёмкость. А сколько стоит он? А там цена есть, 2000, по-моему. 2000? А, тут как подкова, да, еще идет? Там температура и давление, не помню, что там. Угу. 2000, да. Такой интерьерный предмет. И вот ситечка с подставкой. Редко вообще вот эта вот подставка есть сама.
костер, скорее всего. Угу. Либо под бутылку вина. И silver plate, это шеридан. Серебрение. А мне в последнее время так нравятся эти Мари Грегори. Здесь как раз видите мальчик. Это эмальные. И розовая с девочкой. Представляете, собрать несколько коллекций. Была такая, не помню. Нет, я как-то не заостряла внимание. А, не Royal Doubt. Да, я да. Я туда посмотрю. Очень милая. Это кто? Козленок, мне кажется. Или овечка. Да, овечка. Козочка. Там Little Lamb. Little Lamb — это или овечка, или ягненок. Ягненок, наверное. Маленький. Угу. Что? С рыбками? Да, мне кажется, что он как у всех. 1000 рублей. Наверное, набор. Это не факт. Кто-то говорит, что это очень вычурно. Но у нас был такой, по-моему, синий. У нас был. Клоуны. Некоторые, кстати, собирают клоунов. А вот это еще одну покажу вам. Раз что это за клеймо? Вербилки? Не могу понять. По-моему, описано они, но как-то не похоже. Да. Кто знает, кто разглядел? Вот тут вот еще. Вообще 500 снимает. Не знаю. Может быть. И вот здесь... Утки или гуси это? Уточка. Интересно, одна стоит, другая голову опустила. По 2000. Попугаи. 1800. 1800. Белые, цветные. И там я у Виталия еще не до конца сняла. Я так поняла, что это тоже его. Ну, там конфетница большая, красная, 9 тысяч, по-моему, стоит. И там картина шикарная. Ой, покрути его в руке, так красиво блестит. 2501? Да. Вот я, наверное, хочу такие, но для вина. А такие-то крепкие напитки мы не пьем. Ну, для коллекции можно. И вон там зеленый еще один есть. Вот зеленый вообще моя любовь. Угу. Вообще, какие грани. Потрясающие. И цена, мне кажется, очень приятная. О, еще вон. Флакончик. А у нас задача? Ну как? Да, у тебя задача. У меня задача, но я ему уже дала задачу найти мне флакон красивый. 600 это в хрустале. Посмотрите, какая работа невероятная. Очень тяжелый флакон. 6500. Угу. Но он очень увесистый. Тяжелый, да. Смотрите, такое странное клеймо. Написано «Кузнецов» по-английски, Латвия. А вот так я подумала, что это Розентел. Как красиво падает тень. Вот я люблю, когда здесь солнце. А еще вот такие пиалочки. Это рисовый фарфор, по-моему, называется. Вот эти дырочки просвечиваются насквозь. Здесь много серебра, разные цепочки, кольца, серьги. Это все серебро. Серьги. И там вот еще очень много ложек. Вот здесь ложки, это все серебро. 800 рублей. Они все отличаются ценами и зависят от веса. Вот здесь, смотрите, серебряные
сито для чая. Как ложка. Видите, сюда можете положить заварку и опустить в чай. И вот здесь сито тоже для сахарной пудры, для какао, для корицы можно использовать. А какая средняя цена? Здравствуйте. Это дореволюционная девушка. Вот это. Цена от 100 рублей за грамм. 100 рублей за грамм. Более современная 80 рублей. А эти по 80 рублей за грамм. То есть все нужно взвешивать, что вам понравится. А вот эти вот старые, дореволюционные, посмотрите, ложки. Вилки. Здесь вот браслеты, щипчики для специй, солонки. Вот как интересно. Угу, с цветами такая резная вся подставка. А она сколько? 5000. 5000. Серебро, да? Да, серебро, это уже стекло. А, она еще стеклянная? Да. Вот, да, тяжелая. Я думала, она просто такая резная. Да, тут еще стекло. Тяжелая, красивая вещь. Ну и украшения, конечно же. Кольца, серьги. А, Ваймар вон там, по-моему, часть сервиза. Интересно, пойдем посмотрим. Терин, блюда, молочник там, сахарница. Здравствуйте, а сколько Ваймар стоит? Вот все, что осталось, 18 тысяч за все. Угу. Угу. И тут что-то еще интересное. Пластинки. А пластинки какая цена от? От 50 до 2000. От 50 до 2000. Игорь Николай. Ну, тут, я думаю, можно покопаться. Тут две коробки, их очень много. Поэтому кто что ищет. Бокалы синие. На солнце тоже блестят. А такие бокалы сколько стоят? 2000 рублей. Угу. 4 бокала. Ваза. А, есть больше, да? Угу. Полный наборчик есть. О, колокольчик, кстати, тоже. Крутимся. И часы. Сниму вдруг кому-то интересно. А вот эти ножи почем? По 2000, наверное, Европа. Угу. Серебряная ручка. Ручка серебро. Два ножа. И там какие-то щипчики интересные. Да, европейские щипчики. Для сахара. Угу. Там птица какая-то, да, изображена? Хороший вопрос. Сейчас посмотрим. Ты понял, что, блин, это? Ну, вообще-то, какая-то двуглавая жар-птица. Ага. Так ему. Какая-то интересная такая. Ну, правда. Или две это? Не знаю. Две, наверное. А туда смотрят, туда. Да. Угу. Да. И изящные. 2200, да? Да, 2200. Ага. Спасибо. Пожалуйста. А это что такое? Бокальчик какой. Лампадка. Лампадка. Ага. Точно. Ну да. Немножко. Вот эти. Тут справа от нее с крышечкой открывается. А. Флакончик. Флакончик. Ой, кстати, тяжелый. С такими объемными розами. А такая шкатулочка сколько стоит? А это вот наборчик по месту продается. По крайней мере. Почем? 5000 рублей. 5000 набор. Да, вместе продается. Видите, здесь тоже розы такие же. Спасибо.
чайничек. Да, тоже старенькая чайница. Шкатулка у нас не подойдет. Да, да. Ну, здесь еще пары, ЛКЗ я вижу, сервизы. По-моему, вот эти мне говорили, да, сервизы такие есть, да. Кому надо. Москва. БСХВ. Павильон Казахской ССР. А здесь то же самое? Нет. Все Терминград. А здесь? Павильон. О, да. А, да, это же Казахский. Все? Угу. Ага. А сколько стоит? Со сколом 500 какая-то есть, а целый по полторы. Целый. На солнышке. Покручу вам. Поверчу. Сколы меня попросили. 500 рублей со сколом. Ну, для коллекционеров. Вот этого, да, мы постоянно с вами встречаем. Спасибо, до свидания. Да, на прищепках. И вот крышечки. За многие собирают. Или кому-то не хватает, что-то разбилось, потому что мне пишут. Вот, помогите мне найти крышечку, но... Это невозможно. Я бы себе никогда не нашла крышку, если бы разбила. А искать определенную, это вообще как иголку в стоге сена. Что-то немецкое или польское. Сахарницы. Дулёва. Молочник, чайничек. Интересно, какая цена. Вот трио чайное есть 94 года. Есть пары. Кофейные. Кузяева. Песочная. Вербилки Дулёва пара. Кто продавец? Интересно. Не вижу. Тяжеленный подсвечник с фарфоровой вставочкой. Это ручная роспись. Старый очень. Судя по вот этим винтикам. Я вчера чуть не купила подсвечники. Дорогие. Но Дима засомневался, что это 19 век. И мы не стали покупать. Цена меня удивила, что... Да. Дима говорит, наверное, 19 век должен быть дороже. Но для современного дорого. И, в общем, мы не сошлись. И ни туда, и ни сюда. Да. Если 19 век, то дороже должно быть. Да, а так не отличишь, вот правда. Ну, так как я не очень специализируюсь на этом, то не узнаешь. Вот это блюдо очень красивое, нежное. Посмотрите ручки. Кувшинки, незабудки. Чье это клеймо, я не знаю. К и А. Снизу С. Не знаю, не встречала. Может, кто-то из вас знает. Но по качеству немецкое. Здравствуйте, а не подскажете, чье это? Это Германия. Германия. Все-таки. Там клеймо есть, но я не но знаю. Я тоже, да, вот да, не да, знаю. Вот да. Может, кто-то из вас знает. Угу. Но очень нежное. И вот здесь, видите, тоже рельеф такой, кувшинки. Нежнятина. Как-то всего у вас поубавилось. Да, ну так вот. Еще можно и внутри снять. Украшения. Изумруды. А, тут склейка, шелка. Вот эти ручки красивые. Смотрите, это морозное и турмалиновое стекло. И ручная резьба по нему. А сколько они стоят? Чехословакия. Полторы. Сейчас я выйду. Угу, интересно. Такие приятные в руке. Да, матовая. Вот эта вот часть приятная. Форма хорошая. Смотрите, еще вот какая. Да. Финифть. Финифть. Угу. А сколько такие сережки? 1000. 1000. Вот это вот довоенная. Смотрите, какая. Ой, да, очень нежная. Она двусторонняя. И цепь серебряная. Угу. Но это вообще... Это антиквариат.
Нежнятинка такая. Она достала, как медальон. Да-да-да. А вот эта вот дама такая, камея, это что такое? Камея — это в серебре она. Вот у нее паспорт, это Италия. А, это же паспорт, вот есть, паспорт, посмотрите. И коробка, и все у нее. Она... И подпись автора, видите, тут. Вот, да, надо. Солнышко поня... А это на чем раковина, она? Раковина? На раковине. Вау. Просто очень нежная такая, с розовинкой. Да, надо ее на солнышко. Кольцо красивое тоже. Безразмерное. 7500 для вас. Угу. Перламутровый камень. Да, правда, перламутр блестит. Тут вот надо на солнышко. Вы, главное, людей тут не снимаете. Да нет, я бы спросила. Она только товар, да. Только товары вещи. А то там солнце. Иди сюда, замаешь лицо. Да, не убегать, я не снимаю лица. Да, да. Не, я бы спросила. Фарфоровый младенец. Мальчик интересный, да, маленький. Ну, у нас, да. Интересно. Отдыхает. Это Чижик-Пыжик? Давай, Паша. Ага. Манго, это мило. Ой! Ира, что я надеюсь? Это гранат? Гранат. Это еще Чехия, еще когда Советский Союз был. Это настоящий. Это уже завод. Какая красота. Блестит. Да, очень красиво. Это серебро, да? Конечно. Угу. Там пиропы. Самые дорогие гранаты. Они стоят как рубин. А сколько стоит такая красота? 8. Угу. Но она объемная. Маркиз. Называется маркиз. Красивое кольцо. Да. Изящная очень. А вот эта вот орхидея, это что такое? Орхидея — кулон и цепочка. Она и брошь, и кулон. Угу. Два в одном. Эмали по золоту. Золотая орхидея. Бабушка меня называет золотой орхидеей. Спасибо, хорошо вам дня. Я знаю, что вы очень любите смотреть распаковки. И покажу наши последние покупки, которые мы сделали и на рынке, и в интернете, и на ярмарках. Начнем по порядку. Бабочка Розенталь. Я в нее просто влюбилась с первого взгляда. Достаточно старое клеймо. Она белоснежная, без потертостей. Очень тонкая, изящная. Такая бабочка на цветочке сидит. Еще неожиданно для себя мы купили статуэтку. Все тщательно проверяли. Здесь вообще нигде нету ни сколов. Даже все цветочки в идеале, посмотрите. Вот такая прекрасная дама со шляпой в цветах. И все цветы просто в идеале. Очень качественный фарфор. Посмотрите, какая детализация, прорисовка. Какое качество. Здесь есть клеймо, но мы до конца не уверены, чье это. Либо Дрезден, либо Капа-ди-Монте. Продавец сказал, что это Дрезден. Но мы пытались найти, и точно такое клеймо мы не нашли, потому что там столько вариаций, что наверняка не узнаешь. Тем более, что мы вот конкретно в Капа-ди-Монте и Дрездене не очень сильны. Это нужно либо приобрести каталог, либо еще что-то. Возможно, кто-то из вас разбирается и сможет нам подсказать, чье это произведение искусства. Также пополнили нашу коллекцию еще одной статуэткой. Это бисквитные, такая уточка. И это Розенталь тоже. Очень необычная, милая, бисквитная, тоже белоснежная. И они вместе очень хорошо смотрятся. А также помните, я рассказывала вам про подсвечники.
В итоге мы решили вернуться на ярмарку и приобрести их. В одну я уже поставила свечу, а другую вот оставила без свечи, чтобы ее поближе показать. Она очень тяжелая, поэтому это 100% бронза. И здесь фарфоровая вставка с живописью. Продавец сказал, что это 19 век, но вот утверждать это я не могу, не знаю, возможно и винтаж, вряд ли современные, скорее всего винтаж, они в идеале, без сколов, без трещин, и сама бронза в прекрасном состоянии, тоже пыталась найти, не нашла никакую информацию, только нашла, что это Франция. Похоже, подсвечники были проданы. Забрали вот эту чудесную пару. Потому что я очень давно хотела подсвечники металлические с фарфоровой вставкой. Но часто они продаются с маленькой вставкой фарфоровой. А я хотела, чтобы было меньше золота и было больше фарфора. И неожиданно для себя у нас появилось вот такое прекрасное блюдо. Здесь чуть-чуть есть потертости позолоты. Не знаю, даже догадаетесь вы или нет, что это может быть. Это блюдо от Кузнецова. Иногда мне говорят, что мы не очень патриотичны, потому что у нас мало российского фарфора. Но на самом деле он достаточно дорогой. То есть приобрести пару от Кузнецова – это... очень дорого. Даже если нравится, то нужно копить на них. И продолжаем тему статуэток. Не знаю, как так получилось, что мы резко переключились на статуэтки или просто начала вести, встречать их. Стали чаще, которые нам нравятся. Вот такие интересные птички, пара птиц. Тоже все в идеале. Вот тут клювики чуть-чуть потерты. На веточке сидят. И это тоже розенталь. Не видела еще таких птиц. Но это вроде как синички. Такие на веточке. Достаточно высокая статуэтка. И еще приобрели вот такое блюдо. У меня есть еще блюдо из этой серии. Сансуси, тоже розенталь. Но вот это мне очень понравилось, достаточно редко. Поэтому я думаю, что из своей коллекции я какие-то выставлю на продажу, а какие-то оставлю себе. То, что я выкладываю на продажу, это все в телеграм-канале. Можете найти по названию. Так, и что еще забыла показать? Забыла показать подарочки. Вот такую вот такую рюмочку нам подарила Анна. Она говорила название, но вот пока что. Хрусталь мне дается тяжело. В названиях не запоминаю. Но это Франция. Зеленый мой любимый цвет. Поставим тоже в буфет. И Артур подарил нам вот такую розеточку. Она, кстати, неплохо сочетается с этим блюдом. Здесь вот такое клеймо. Фарфор Трест. Достаточно редкое клеймо. Такое попадается. Вот такая вот. Милая розеточка. И, конечно, новый букет в вазе. Моя подруга привезла мне букет сирени. Очень пахучий, невероятно красивый. Напишите, что вам больше всего понравилось из этих предметов. И очень жду, что кто-то из вас сможет подсказать, что это за прекрасная дама.
Всем спасибо. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии.